Всем привет! Перед вами монета 100 лир 1990 года, Республика Сан-Марино. Здесь изображены три башни, как на всех монетах Сан-Марино. Интересная. Монета называется «16 веков истории Сан-Марино». Изображены такие весы. Монетка, можно сказать, скромная. Выпускалась монета на монетном дворе Рима, буковка «Р». Об этом говорит. Она очень маленькая. Диаметр 18,3 мм. Вес 3,3 грамма. Толщина 1,86 мм. Гурт рифленый. Материал нержавеющая сталь. Ориентация монеты монетная. Поворачиваем вверх ногами. Так. Здесь у нас подпись художника. Тираж монеты 1 миллион 86 тысяч штук. Средняя стоимость на данный момент 100 рублей. На этом я хочу закончить свой обзор. У нас сегодня пятница. И очередная загадка поступила от Руслана. Канал Монета Нумизматикс. Чтобы послушать загадку, вам надо пройти по ссылке в описании, подписаться на канал и ответить там на загадку. А в воскресенье, как обычно, мы подведем итоги и выдадим всем номерки. Все, желаю всем удачи, всем пока. Ссылочка на канал Руслана в описании под роликом. Заходите, участвуйте. Письма нежные очень мне нужны, я их выучу наизусть.